И снова я попадаю на дорогу, где две полосы, но две полосы широкие. Яркий пример. Посмотрите, с правой стороны красный автомобиль, Nissan припаркован. И я его беспрепятственно, без выезда на полосу встречного движения объезжаю. Дальше смотрим. Автобусная остановка. Автобус остановился большой. И снова я его объезжаю по своей же правой полосе и не создаю, и он мне не создал помехи. Грузовики припаркованные, поэтому правая полоса всегда шире, чем средние, чем левые полосы, потому что правая полоса всегда предполагает еще и остановку, либо стоянку параллельно краю проезжей части, что мы с вами и наблюдаем на протяжении всего нашего маршрута. Поэтому правую полосу еще и делят на рядность. Там, где стоит фура, это правее ряд, там, где едем мы, это левее ряд. Если я сейчас буду поворачивать направо, я уйду правее. Если я двигаюсь прямо, я могу занять любой ряд, а могу даже двигаться посередине, но только при условии, что я никому не мешаю. Либо уйти в левый ряд. Я вижу, что много припаркованных машин, поэтому для движения прямо я выбираю траекторию левее на единственной правой попутной полосе. Огромное количество пешеходных переходов. Знак был ограничение скорости 40 км в час. Здесь еще и работает камера видеофиксации. Это улица Краус.